Итак, приехали на участок, привезли бочки. Что же мы будем делать с этими бочками? Сейчас мы их складируем в баню. Баня у нас сейчас заколочена, но мы ее отремонтируем и закроем, повесим новый замок и бочки под охраной. 10 герметичных бочек. Ну что, вот это основа нашего будущего забора. Режем. И для чего нам это нужно? Я знаешь, что сейчас думаю? Мы вот эти столбы с тобой поставим по 4 угла, чтобы никто не заезжал. Как бы это у нас для разметки. А вот эти длинные, чтобы тоже обозначить издалека, чтобы не было. Да, заколотим по угла. Готов ты? Конечно. Здесь у нас, короче, движуха, укладываем бочки. Натянули, точнее, вбили металлические колышки. Натянули шнурку. Здесь будет въезд на участок. И вот так вот прорисовываем. А, ну да, все по линии четенько. Прорисовываем место будущих наших сосенок. Елочек. Ну, елочек, да. А может и сосенок. Короче, движуха идет. Время 5 или 6 часов вечера. А у нас все только начинается. Все по всем углам. Поставили точки. Железные металлические клинья. И все, идет разметка полным ходом. Сейчас сделаем разведку. Разметки, где будут будущие елки. Андрей здесь размечает каждые 40 сантиметров. Там Егор прочертит линию. Чертит линию по шнурке. Вот у нас шнурка натянута. Сейчас сделаем линию. Четко вот здесь вот уже прошкрябали. Там Софийка плачет. У нас здесь небольшой перекус в заднем багажнике. Дела мы все сделали. Разметочка сделана на участке. Все, огонь. София, ты помогала сегодня? Нет. Молодец. Я сидела в машине и кушала. Понятно. Ну вот, кстати, смотри, как правда говорит, да? А мама нам сегодня помогала? Нет, мы сидели с Софией в машине и кушали. Понятно. Ладно. Зато честно. А, Андрюша, ты помогал? Да. Андрей, да, помогал. Ты что делал сегодня? Я делал разметки каждые 40 сантиметров для елок. Молодец, слушай, красавчик. А Егор у нас делал основные линии, прочерчивал. Вот где вот шнурка у нас проходит, мы прочерчивали. Короче, все, участок уже приобрел офигенный внешний вид. У нас уже баня закрывается на замке, а не на гвоздях. У нас он разграничен, везде вбиты колышки, все прочерчено. Вот видите, вот таким образом сделали, клини поставили на входную часть. Короче, завтра повезу мотоблок, похоже. Наконец-то этот день настал.